перекроют нам границы. Твой туризм пойдет к хуям. Не годится ездить в Ниццу. Так сказал Омар Хайям. А на нашей с тобой даче возле бани у реки мужики там чисто мачи уже жарят шашлыки. Вологодская область теперь выглядит круче Белоруссии. Красота, асфальт, заборчики. Вообще сказка. Просто бумаги. А вон что-то старое, новое, временное, да? Ну, красиво. В Вологде, конечно, была дорога получше. Вот. Архангельская приветствует нас грунтовочками. Ну что, сегодня у нас пятница 13-е. Время уже почти 7. Мы с Вовкой поехали в Архангельскую область. От дома там уже 830 километров почти намотали. Нам здесь обещают незабываемую рыбалку в какой-то странной локации, куда мы будем ехать на вездеходе. Перегрузка из одного в другое. Время 4 часа утра. Подъехали к броду. Но уровень воды в броде зашкаливает. Наступило утро, река выглядит вот так. Течение сильное, быстрое. Там где-то бетонные плиты в ней лежат, по которым нельзя промазать. Будем пытаться проехать. Ну что у нас, воскресенье, 6:30. Мы на озере, на базе. Приехали ночью, все броды прошли, все болота. Вездеход просто чудо, но телефон на морозе сел, ничего не снял. На обратном пути поснимаю. Сегодня начнем рыбалку. Ну что, пока в лагере все разбирают вещи, собирают спиннинги. На море на нашем, на озере дует. Погода не очень понятная. То дождь накрапывает, то солнышко выходит. Я пока собрался на речку. Она вот здесь рядышком. Красивая, с завалами. Сейчас попробую что-нибудь поймать. Вот такая красота течет. Итак, на речке у меня не клюнуло, и мы пошли с Вовой пока потролить на озере. И вот такая щукенция у нас. Щупакабра. Щупакабра. Первая рыба с этого озера, да. Название которого мы не скажем. Да. Так, Вова проводит хирургическую операцию. Да, вот тут все. Ловит, зажим, видимо, на какую-то зажим. Форелевую рапулу. Не-не-не. Это... Семга не клюнула. Да, это кумжиный глюк. Кумжиный клюк. Вот такая, ребята. Симпатяшка. Но она у нас на сковородку пойдет. Как бы мы ни были гуманны. Я бы, конечно, такого малыша отпустил, но у Вовы вкусно. Другие принципы. Вкусно. В глуши, где никого нету, он съест все. Вова взял сачок, ассистирует.
И это моя щукенция. Ура! За второго сбитого. Мы вернулись к нашему вездеходу, чтобы забрать нужные вещи из сейфа. Типа, вот там топливо, пиво, аккумуляторы. И поймали здесь окуня. Размер вот такой. Гигант. Окунь-гигант. Просто вот. Красавец такой. Или в магазин, значит, купили рыбину, закинули ее в сачок. Теперь будем показывать. Вот такая вот. Опа, а я такую же хотел купить, а она сбежала. Подергала гадина и ушла куда-то. Так что короче, я в промежутке еще наловил окуней. Котлеты. Пообедали. Идем по речке, в другое озеро выйдем. Это с нашей стороны задувает сильно. Вон Вовка. Получил себе гандикап. Лодка не наша, Вова. Ну. А я вот в ту сторону. Ну что, понедельник, утро нового дня. Солнышко где-то светит, где-то не светит. Погода хорошая, ветра меньше, чем вчера. Градусов плюс 2. Сейчас пойдем попробуем опять что-нибудь порыбачить, пока погода позволяет. Это основной домик, в котором живем. Тут беседка. Тут костровище и место для чистки рыбы. Банька, сарай. В конце толчок. 8 утра, мы увидели солнце. Ура! Там все тучи, дождик какой-то. Мы на рыбалке. Вова как эскимос щурится. Мы снимаем так. Утренний тикток. Да, утренний тикток. У нас окунек клюнул, ну, на вид на полкило. Ну, грамм на 300, хорошо. Ну, 300, ну, ну хороший окунек. 700-800. Да. Сверюга. Да, у нас все хорошо. Утро началось хорошо. Поэтому приятно. Да. Поэтому мы продолжаем. Да. Погода огонь, солнышко светит, лес красивый. А у нас здесь еще один коньский популь. Вот такой вот. Ты так их видел? Надеемся, что это не предел. И это не предел. Мы продолжаем ловить дальше. Так, у нас солнце греет нас. Греет, Вовка довольный. Греет. Я Вовкину рыбу просрал. Его спиннинг выматывал, она сошла под лодкой. Но свою взял. Попутно взял свою щукенцу и еще одного третьего окуня. Красота. Рыбачим. Рыбачим. Так, значит, гадаем на кофейной гуще. Кто сегодня будет? Щука? Или налим. Или семга. Или семга. Ну, я за семгу. Я за семгу. Все за семгу. Вот, с ликерчиком сейчас употребим. Жизни порадуемся. Пойдем еще кого-нибудь поймаем. Так. Мы с Вовкой опять на рыбалке. И у нас очередная щукенция. Вот она, красотка. Да. На котлеты пойдет. На ужин. Заходим на траекторию. Но. Заходим на траекторию, сейчас опять будем ловить здесь. В лучах заката. Дошли до другого берега озера. Здесь такой красивый камнях. На камнях мох. Но пока никто не клюет у нас. Берег полный надежд. Да. Вов говорит, летом здесь были щуки 4, 5, 6, 7. А сегодня... Пока еще нету. Мы только начали. Мы только начали. Мы причалили на берег немножко передохнуть. Я со спиннингом пошел по берегу погулять. Иду. Вот раз такой отпечаток лапы. Еще отпечаток лапы. И что-то не пойду, наверное, дальше по берегу гулять. Пойду к Вовке, к лодке поближе. А то... Медвежьи какашки мы уже видели. Потом, если не поленюсь, схожу, сниму, как они выглядят для любознательных. А пока пойду до лодочки. Вовка на месте. Белые все еще растут. Мы с ним вот похлебки
трескаем. Хоть и был уже ноль ночи, но грибы растут. Спустя три часа рыбалки, да, мы поймали окуня и нежно о нем заботимся. Это он мерзнет, чувствуем. Да, вдруг он сохнет. Так согреется, потом отпустим домой. О, смотрите, Вовка ловит вообще на неимоверные штуки, которые я бы никогда на крючок не надел. Ну, сейчас и облавливает меня, облавливает. Пока да, но вчерашний твой результат не превзойден. Вот такая красотка. 2,5, наверное, в ней есть. 2,5 метра. 2,5 метра, да. Вот тут еще окунь у нас укрыт одеяльцем. Вот здесь еще Вовкин еще карик. Так что сегодняшний день нам нравится больше, чем вчерашний. Даже вечер, да, уже. Хороший вечер. Вон там радугу нам показывают, солнышко немножко включили. Как бы все для хорошего, клевого у нас есть. Мотор чуть-чуть. Тем временем, пока мы мучились. Здесь рекордсмены этой недели взяли приличную щуку. 5-4. 3,785. Угу. Наша меньше. Так, мы с Вовкой снимаем торжественное кино. Наконец у нас крупная щука. Красотка. Достали. Сейчас отцепим и так отдельно снимем. Радуга сверхяркая. И при этом она теперь еще и замкнулась. Нам благоволит удача. Да. Все говорит о том, что щуки продолжат клевать. Сейчас мы их будем ловить. Если мотор у нас перестанет глохнуть. Так вот сейчас вроде бы радуга даже целиком попадает в объектив. Очень красивая. И дождик начинает нас поливать. Очень мокрый. Вовка в расстроенных чувствах. У меня второй рекорд дня на самую мелкую рыбу. А, вот она. Вот этот глазастик каким-то образом попал на крюк. Что? Так, щуки, окуня. Там, блядь, это... там мясорубка. Все на фарш. Да. Тут может, Вова, как коршун. А? Ты же пьяный туда ходил. Огонек. Ну сходи, посмотри. Макарошки. Поджарочка с тушеночкой. А, там, голодать наши... не будем. Рацион наш. И ваш рацион, да. Наш. Все, скоро ужин. Так, вот чем можно заниматься в лесу? Делать фарш из щуки. А что не лезет Вовка? Я не знаю, меня что-то смущает. Ты, может, нож не в ту сторону собран? Он там есть? Нож-то там должен быть. Попытка номер 2. Не бежал. Щука превращается в фарш. Кажется, Вовка счастлив. Результат двухдневной рыбалки. Целая миска фарша. Ну, да. Так. Чудеса технологий. Где-то в Архангельской области, в дремучем лесу, где нет связи, интернета, телефона, ничего. Вова вакуумирует щучий фарш. Сделанный на электрической мясорубке. На электрической мясорубке провернутый. Как выглядит удобство. Вот такая вот банька. Хороший теплый струп. Топить надо совсем чуть-чуть. Бак с горячей с водой на печке. Бак с холодной водой на печке. Так, тазик, ковшик, лавка, скамейка. Тепло, чисто, красота. Вовка справился. Щуку завакумировал, окуней съел. Вторник, 8 утра. Мы с Вовкой отходим от лагеря за большой рыбой. Сегодня на озере Штиц. Сегодня мы сможем уйти куда-нибудь далеко, наверное. Где она сидит большая, просто гигантская, что под сак придется. Да-да, нам пальцем ткнули, вот озеро, вот тут вот, и вот тут вот. И туда мы сейчас пойдем ловить. Среда, 18 число.
встали сегодня попозже, дождь шел, температура плюс 3. Сейчас вроде как бы дождик уходит туда, тут солнышко какое-то немножко виднеется. Тут у нас за ночь появился гость в лагере, бобер. Так, наш первый улов за сегодня после бобра. Рыбина небольшая, не больше килограмма, но, блин, вобер сожрала по самые гланды. Сейчас придется как-то достать его. Видно, не видно? Все, что-то видно. Сколько этот 850 зверь у нас? 850 грамм. Это вот такое окунище. Да. Тиктокер. Вот такая зверюга. Весом 850 грамм. И это не предел, мы надеемся. И это не предел. Что-то с вечерки два окуня таких и один щукарик. Как выглядит жилище? Примерно вот так вот. Лежанка, стол, окошко, Вовка. Там дверь. Дальше лежанка. Дальше палатик. Так, вот так продолжение экскурсии. Печка, обложенная камнями. Ее топим, греемся. Чайничек, шмотки. Тепла дает много. Шмотки сушим на гвоздиках. Высота здесь такая, что распрямиться я не могу. Здесь еще три лежачих места. Там наше гнездилище. Гнездилище, да. Как-то вот тут. Предметы. Ай, Вовка, посветишь сюда? Вот богатыри. Вот, лежбище. Раз, два, три. Да, трех богатырей. Вот так обитаем. Ой, ковра я, кстати, не видел ни разу, там фонариком не светил. Лежбище трех богатырей. Да. Ну вот, пришли с рыбалки. Сырые, замерзшие. Зажгли печку. Топим, греемся. Минут через 15 здесь будет, я не знаю, плюс 30 в домике. Так что, вот так вот. Четверг, 19 градусов. В общем, был легкий минус, сейчас 0. Рассвет красивый, солнечный. На озере утром штиль. Сейчас что-нибудь опять пойдем ловить. Листики уже все. Замерзшие ночью. Какую разберешь, большой он, маленький? Опять ночью пришли, легли здесь и замерзли. Чем им место нравится, не знаю. Все снасти замерзшие, лодка замерзшая. Но мы идем рыбачить. Давай, давай. Да, давай, давай, рыба, рыба плещется вдали. Так, утренний тикток удался. Вот она, наша красотка. Килограмма на 3. Хорошенькая. Ух, улыбается. И опять на один крючочек за жопку берет аккуратно все. Но берет же. Берет. Чем крупнее рыба, тем осторожней. Так, еще у нас из рекордных окуней 975 грамм. Ну это второе место. Это второе место. Сейчас первое место взвесим. Так, а это наш рекордсмен не лезет в камеру. Его вес 1,310 кг. Просто лось. О! Дай-ка, чтобы видно было. Паша его прижмет к себе, обнимет. О, окунище. Да-да-да, целая тварь. Озеро номер 2. Там у нас вчера клевали большие окуни. Пойдем их попробуем снова потягать. Два. И щука. Не, ну вот на улице плюс 2, плюс 3, солнышко светит, вроде как приемлемо, тепло, красиво. Хорошо, что дождя нету, как вчера. Тут у нас отличная погода, там вот светит солнце где-то за мной прямо. А вот с другой, стороны на нас, кажется, снеготуча валит. Ура! О, полетели белые мухи первые. Сейчас посмотрим, каков он, архангельский снег, на цвет. Цвет неба меняется. И вот, все, снег полетел.
Вон, смотри, контрастно, как его видно. Следующее включение будет, когда у меня будет морда в снегу. Фронт вот все ближе и ближе. Так, снег принес результаты. Щука у Вовки в ТикТок-хаусе. И щука у меня. Продолжаем. Я добыл на сегодня еще одну 2,5 экземпляр. Наверное, вот он. 2,5. Но это не меньше. Так что вот она. В корыце. Так, здесь Вова насилует рыбу ночью. Что ты такое говоришь? Вскрывает потроха. Ну, другое дело. Работы у него много еще. Тут Рудольф печеночку коллекционирует. Здесь налимы готовые, здесь рыба не готовая. Щукаридзе смотрит глазами умиротворенными. А здесь у нас бобер, а здесь лучок. И скоро все это соединится в единое блюдо. В прошлый раз Вовка проклял мясорубку. Теперь любимой жене готовится просто вакуумированное филе. Вакуумированное с любовью. Вакуумированное с любовью. Заработала шайтан машина. Пятница. Последний рыболовный день. Вовка не дает спать, заставляет просыпаться и идти на рыбалку. Ой, на улице минус 2. Вон там немножко образовывается лед. Начинает уже плавать. Весь песок замерзший. Трава замерзшая. Снасти замерзшие. Да. Сейчас еще попробую эти катушки размотай, леску с них сними. В подсак в такой кого-нибудь заведи. Ух, холодрыга. Ну, стремительный рассвет. Солнце поднимается, не знаю, за 1,5 минуты, наверное. Только краешек был. Облака освещало, уже раз и полный шар. А мотор что-то не хочет стабильно в минус работать. Так, Вовка вчера начистился рыбы и сегодня торжественно разрешил отпустить мне эту красавицу. Так, за то время, пока нас не было на рыбалке, лед нарос еще сильнее. Или пригнало его, но мы не такого. Но мы, так сказать, все пробили и вернулись. Вовка все продолжает перерабатывать рыбу. Наша рыболовец-картель ради этого здесь и есть. Она рыболовит и артелит. Суббота. Собираемся домой. Градусов возле дома минус 3. Рассвет сегодня вот такой. Льда нет. Легкое волнение. Вон еще звезды даже видны на небе. Складываем вещи, завтракаем, греемся у печки и плывем до машины. Так, это наш, можно сказать, игрушечный аппаратик. А тут унемок 6х6. Еще более суровый. Если мы за счет того, что у нас колеса поменьше водоизмещения, мы удержались там на бороду. А вот этих вот смыло. По речке вниз не хватило, так сказать, грузов этой загрузки, чтобы остаться на плитах. Там два люка для вылезания. Два люка, как в автобусе, да, аварийный выход. Ну, конечно, техника зверская. Там еще самопальные машины.
Ну, это какой-то вот такой прям вот... Все как на игрушечных у меня. Точно так же устроено, только, блин, большое. Жесть. Грунтозацепы такие. О, палец. Давай, ТикТок воин, пойдем. ТикТок воин. Вова заставляет меня работать, таскать. Да, да, да. Я сердечен. Лухари автобус. Велюрчик. Капитанское кресло по центру. Автомат. Ебаста. О, еще и музыка с видео рядом. Я не знаю, с какого ракурса это снимать, но вот эти подъемы, которые, блин, мы преодолеваем, это просто нечто. В прошлый раз мы сюда поднимались сверх, я смотрел снизу, блин, и был в шоке. Угол не передать. Нормальная машина так не заедет. Сейчас идем подправить дорожку немножко. Тут. Как бы смотрю прямо, ничего не вижу, да. Поднимаю объектив, вроде и не страшно. Но угол дикий. Понять высоту, которая... Здесь, ладно, спуск, но когда он шел здесь наверх, вот это вот, блин, просто. Жалко, что телефон сел в тот раз и ничего не смог показать. Но картинка волшебная. Шоу. Так, мы там выбрались. Тем временем конкуренты плывут. Сейчас на таран пойдут. Опять у речки. В этот раз засветло. Батарейка в телефоне полная. С машины снимают ремень гидроусилителя руля и вентилятора. Иначе это все летит на карбюратор, чтобы не заглохнуть. И будем пытаться штурмовать. Почти. Я почти сошел. Сошел.